Добро пожаловать на канал Hardrest Info. Перед нами устройство Realme C30. Сейчас я покажу вам, как на этом устройстве удалить аккаунт Google и как его добавить. Для начала открываем настройки. Да ёлки-моталки. Спускаемся вниз. Выбираем пункт «Аккаунты». Удаляем аккаунт Google. И все. Теперь нажимаем «Добавить аккаунт». Выбираем аккаунт Google. Вписываем адрес электронной почты. И вписываем пароль. Нажимаем «Далее». Опять «Далее». Принимаю. Спускаемся вниз, нажимаем принять. И все, мы опять добавили аккаунт Google. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до скорых. До свидания.